Учитель – это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся, гласит китайская пословица. В этот день лучшие педагоги Анапы, победители отборочного тура, боролись за звание «самый классный-классный». Каждому классному руководителю предстояло продемонстрировать себя при поддержке своего класса в трех номинациях – визитная карточка, узнай своего ученика по голосу и мое хобби. Борьба за самого-самого выстроилась по возрастной категории учеников. Жюри выбирало не одного, а сразу трех финалистов, то есть самого лучшего учителя из педагогов начальных классов, самого лучшего классного среди учителей с 5 по 7 класс и с 8 по 11. Алла Рудакова еще в детстве мечтала быть педагогом. Во дворе она играла с друзьями в школу и, конечно же, в этой игре брала на себя самую главную роль – учителя. В своей работе опирается на гражданско-патриотическую позицию, прививает детям любовь к России. Россия, где дети твои? Россия, на зелени трава краса. Ребятишки 3 класса станицы Анапской сами рассказали о всех достоинствах своего учителя. По их словам, Антонова Светлана Валерьевна – это мудрость, авторитет и душа класса. Любя, они называют ее цветиком-семицветиком. А вот педагог Алла Абрамян в прошлом выпускница 14-й школы села Гайкадзор. Получив педагогическое образование, сразу для себя решила вернуться в родную школу и учить грамоте маленьких сельчан. Труд учителя можно сравнить с трудом садовника. И каждому нужен особый, только для него подходящий уход. По итогам конкурса самыми классными классными стали среди учителей начальных классов Светлана Антонова, школа номер 12. Среди 5-7 Марина Маслова, гимназия Росток. И среди 8-11 классов Юлия Богатыренко, школа номер 9. Сами конкурсанты считают, что победителей и проигравших здесь нет, потому что все они делают одно большое общее дело. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа регион.